Я хочу сказать спасибо всем ульянцам. Я хочу сказать, что это и Сергей Иванович понимает сегодня, что нужно делать какие-то коррективы в сторону социальных программ, потому что раз люди проголосовали именно... Потому что ведь, в принципе, я и он шел с какими-то программами. Все остальные шли, в общем-то, на каком-то ура. Можно, конечно, кричать, что нужно всех озолотить, но это же нереально. Это же все понимают.